разве ты не должна быть в командировке? Милый, я как раз хотела с тобой об этом поговорить. Почему ты здесь? Сейчас у меня будет совещание. Ты такой суровый сегодня. А если я заболела? Так ты заболела? Мне кажется, мы уже говорили о том, что на работе твое поведение неуместно. Твое поведение неуместно. А раньше ты не так говорил. Это было раньше. Почему ты тут? Хорошо. Если ты хочешь говорить по делу, видишь ли, об этом я и пришла поговорить. Помнишь, ты мне обещал другое место? Оклад 20 тысяч. Я даже обсуждать это не буду. Ты знаешь, что у меня нет такой возможности. А если подумать? Я могу думать сколько угодно, но все равно я не смогу тебя перевести. Прости. Но ты же мне обещал. Я знаю. Я прекрасно помню о том, что я обещал. Если бы я... Знаешь, если уж разговор у нас зашел на такие темы, я давно хотел тебе сказать. Мне не нравится, что ты постоянно прогуливаешь. Если ты будешь продолжать в том же духе, я не смогу больше держать тебя на работе. Но у меня мама болеет. Ты знаешь, и мне приходится с ней сидеть. Найми сиделку. Но это очень дорого. И разве сиделка сможет позаботиться о моей маме? Тогда отдай ее в больницу. Там сейчас очень хорошие условия. Больница — это еще хуже. Мы ведь можем что-нибудь сделать. Послушай, ну ты же обещал мне другое место. Ну и какие-нибудь 18 тысяч. Но сумма ведь совсем маленькая. На 15. Я сама как-нибудь выкручусь. Прости. Главное, чтобы не было командировок. Ну подумай. Я уверена, что можно что-нибудь сделать. Давай потом об этом поговорим. Меня действительно заждались уже на совещании. Ну? В прошлый раз мама пролежала в больнице. 3 дня не могла встать. У меня действительно нет сейчас времени для этих разговоров. Ты думаешь, у тебя у одной проблемы? Я же сказал, что не могу сейчас ничего сделать. Но маме не так долго осталось. Да. Да. Хорошо.